В доме Каюасаи время поворачивает вспять и переносит в 20-е годы прошлого века. Женщина слушает музыку на винтажном проигрывателе, связывается с внешним миром по дисковому телефону и читает свою коллекцию из более 10 тысяч винтажных журналов и книг. Женщины 20-х и 30-х годов кажутся мне такими удивительными. Я по-прежнему так думаю. Все, что есть в ее токийском доме, было сделано в 20-30-х годах прошлого столетия. Холодильник на кухне не электрический, а деревянный, с большими кусками льда внутри. А еду готовят на газовой плите, которой место скорее в музее, чем в доме. Даже машинка для массажа была сделана в 1910-м. Это поколение еще до моего отца, который родился в 1937 году, поэтому мне сложно по-настоящему его понять. Но используя старые приборы того времени, я стану ближе к тому, чтобы понять это поколение. Увлекаться тем временем 42-летняя Асаи начала 13 лет назад, когда купила свое первое шелковое винтажное платье. Ее муж разделяет ее увлечение и с радостью пользуется старинными вещами. Я пытался пользоваться современными приборами, но мне комфортнее использовать старые. В итоге мы решили жить вот так, просто для собственного удобства. А еще мир движется так быстро, что мы просто за ним не поспеваем. В 2007 году Асаи даже собрала коллектив из 200 единомышленников. Они встречаются и обсуждают, как перенести 20-е годы прошлого столетия в нынешнее.